Рубрика «Газета недели» в Саратове. В студии главный редактор Дмитрий Козенко. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы, как серьезное издание, я заметил, сразу же обратили внимание на речи первых лиц. На речь Радаева у нас в области, и, естественно, да, на речь Путина. Владимир Путин. И мы обратили внимание также и на главный праздник области, который тут недавно случился. Причем прошел он очень незаметно, хотя обещали-то нам грандиозное празднество. А получилось... На выборы все потратили. Ну, или на зону, в смысле пешеходную. А получилось, вот как у нас на фотографии, в стиле сельпо. Ну, это намеренно было выбрано, значит. Но я не хочу говорить о том, что в годы моей молодости слово сельпо, как бы, это то, что сейчас говорят чмо там и так далее. Вот сельпо, это значит, какой-то такой совсем дремучий человек. Ну, это был осознанный выбор, такой сельский праздник, самогон, сало. Было сделано историческое открытие, потрясшее меня, что Аркадак, родина сала, мы берем шире Саратов. Радаев сказал, обходя ряды, сказал: «О, сало, откуда из Аркадака?» «Я знаю, Аркадак, родина сала», сказал наш губернатор. И тем самым нанесен нашим украинским партнерам сокрушительный геополитический удар. Не хуже родины слонов. Да, примерно так. Вот, ну, номер какой-то у нас не очень... Добрый, веселый, наверное, или добрый, я бы его тоже добрым не назвал. Но так получилось, мы не хотели. Вот берем, ну, традиционную рубрику, интервью Ольга Лубкова. Она частный предприниматель, ее маленькая фирма занимается бухгалтерским обслуживанием индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Мы не будем вдаваться в подробности. Просто такой, так сказать, метафора, когда ее спрашивают... А что же творится в отношениях между малым бизнесом и государством? Он говорит, закручивает гайки без солидола. Вот примерно так. Вот, потом нужно отдать должное Елене Микитенко. А сначала все-таки Гульмира у нас съездила, Гульмира Мангалиева съездила в степь. Вот, к людям, которые где-то, по-моему, в 9 километрах на хуторе. А хутор на самом деле это один дом. По сей пору пасут овец, и пока еще снегов мало, значит, овцы их питаются теми вершками, которые торчат из-под снега, потому что корма дороги, налоги велики, но иного способа выжить, вот ее герой ее очерка небольшого, Нурлан Бикеев и переехавший из Саратова к нему сын, они не видят. Сын, кстати, дважды подавал грант, там, помощь молодым фермерам. С его слов, средняя аудитория за 40. Ему 20 с небольшим. Он проиграл. Вот. А Елена Микитенко взяла на себя гигантский труд, расшифровав недавнее интервью Валерия Васильевича Радаева телеканалу «Россия-1». Там много интересных цитат. Там много интересных цитат. А общее впечатление, есть случаи, когда... медицина бессильна. В данном случае оказались бессильны. И я понимаю, что он писался примерно, наверное, не час и не два из этого. Не прямой эфир, да. Да, не прямой эфир, да, естественно. Из этого что-то лепилось, и тем не менее особенности устной речи нашего губернатора, который начинает одно предложение, предположим, с ситуации дел в Калининском районе, завершает его, опять же, ситуации в ТЮЗе. ТЮЗ это вообще, но он снимался со старым ТЮЗе, этот сюжет, и губернатор все время возвращался к нему, рассказывал вообще потрясающие подробности. Иду, говорит, Кириенко, и тут звонок, ТЮЗ горит. Ну и, конечно, это золотая фраза, которую, я думаю, будут цитировать еще долго. Мы устанавливаем клуб при поддержке Вячеслава Викторовича Володина, который тоже, к сожалению, сгорел сегодня в Дергачах. Да. Но дело в том, что это, не будем судить строго губернатора, мой любимый писатель Виктор Конецкий писал, что когда он представил свой первый рассказ, по-моему, Вере Пановой, классику советской литературы, она долго смеялась над фразой «корова, которую купил отец, вернувшись с фронта, сдохла».
То есть не совсем понятно, кто сгорел в Дергачах и кто вернулся с фронта. Так что губернатор, может быть, все впереди поправил. Да, по части. И он имел в виду, что Володин сгорел на работе, на чем я настаиваю. Нет, все-таки сгорел клуб в Дергачах, а Вячеслав Викторович, к вашему счастью, занимается тем, что дисциплинирует Государственную Думу до такой степени, что оттуда уже народ бежит, говорят, потихонечку. Вот. Но, естественно, мы не могли не остановиться на послании того самого Владимира Владимировича Путина, чуть не забыл, чье послание. Вот. Там много замечательного. Естественно, у меня один вопрос. Зачем все это? Почему Путин, достаточно решительный руководитель, не видит того, что к 13-му уже послание в перспективе еще до 24-го года, их еще будет много. Вот. Что интересно, к нему падает. Пора отказаться. Пора отказаться, решительно сломать традицию. Предположим, встреча с журналистами в конце декабря традиционно, она несет гораздо больше информации, вызывает гораздо больше интерес. Хотя тоже замечают, что у самого Владимира Путина как будто это не вызывает такой интерес, как раньше уже. Вот завод, с рабочими завода он общается, говорит, хочу путешествовать. Ну да. Стать свободным человеком. Мы с Ольгой Копшей вдвоем это послание рассматривали. Вот, и я в том числе следил за реакцией саратовских руководителей. И там был один замечательный момент. Вы знаете, что сейчас на роли второго уже практически спикера Саратова и области, вслед за Александром Соломоновичем Ландо, который говорит по любому поводу и как бы иллюстрирует русскую поговорку о каждой бочке. Вот. А на эту роль выходит постепенно Сергей Юрьевич Наумов. Причем Наумов человек, который пытается все как бы вот объять необъятное. Он говорит о послании. Но при этом, вот смотрите, следить, что называется, за руками. Как историк, как человек, выросший здесь, в Саратове. Для нас, скажу, для нас, жителей старейшего волжского города. После чего в Костроме начинается массовый суицид. И в Нижнем тоже. Вот. Дальше он хвалит президента за то, что тот упомянул, надо бы спасти Волгу и Байкал. Да, надо создать программу. Это обычная путинская фраза. Надо бы создать. Угу. Вот. Потом, похваливший Путина, Наумов задумался и подумал, а как же Володин, который он всегда упоминает? И дальше он говорит, а здесь мы видим, что уже сегодня, благодаря поддержке нашего земляка Вячеслава Володина, иногда он не называет фамилию, наш земляк достаточно, вот, на Волге строится пляж. Хорошо, ну, как-то связал. Но тут Наумов вспомнил еще, что он великий патриот. Ну, это ну, вот, в любой речи. И большой сторонник скреп. Угу. И поэтому он завершает, значит, называет пляж беспрецедентным. И говорит, что именно здесь... Уверен, что такая замечательная зона отдыха на воде, зона опять, ну, я не знаю, пешеходная зона, 13-я, 10-я зона, вот, замечательная зона отдыха на воде приблизит всех саратовцев к нашим истокам. Почему я говорю по буквам? Потому что многие услышали стоки, да, там коллектор на Провианской. Ну, к истокам это ничего смешного, еще все есть... логично. Эволюция же с воды произошла. А, ну если в таком значении, я-то брал такие исторические, славянские, князь Владимир, и подумал, что когда ты лежишь на пляже, попивая пиво, если там разрешат пить пиво, и при этом разглядываешь девушку, гуляющую по пляжу, то тут как-то с корнями-то и с истоками, наверное, напряженка или нет. Ну, не знаю, на ум виднее, я не специалист в скрепах. Но только Копшева взяла экономическую часть, и как водится среди экономических... журналистов, разобрала все по косточкам, порылась в источниках, нашла много интересного. Вот Владимир Владимирович Путин говорит, что у нас там везде рост. В автопроме, по грузовым автомобилям, по легким коммерческим, по автобусам рост 35,1%. Звучит замечательно. Если не проверять объем выпуска автобусов, таблицы, которые можно отыскать в интернете, выясняется, что на самом деле число автобусов, выпущенных на наших заводах, сократилось.
в сравнении с 10-м, 11-м и прочим. Ну, это игра проценты и количество. Но значительно выросла их цена. Ага. И за счет этого в деньгах, да, на 35%. Автобусов меньше, денег больше. Ну и деньги легче в два раза. Понятно. Вот, далее, опять же, Ольга Копшева пытается донести до многочисленных наших дачников ту страшную угрозу, которая, в общем-то, им грозит, если закон 11-607-42-6. Что это значит? Вот, будет принят. Закон разработан в недрах Минэконома, печально известного. Вот, и сейчас обсуждается в Госдуме. Категорическую оценку, отрицательную оценку этому закону даже дал такой сервильный орган, как Общественная палата Российской Федерации. Но депутаты говорят, да, видим, кое-что в законе может быть, наверное, не так, но давайте его поправим. Но там я не буду все перечислять, к счастью, я не дачник уже, но есть закон, значит, предписывает обязательность создания садовых или огороднических товариществ. Это разница. В товарищество могут войти только те собственники, которые не только участок занесли в кадастр, но и зарегистрировались в ЕГРП, Едином государственном резерве прав. Угу. Вот, по состоянию на этот год 70% дачников в этот ЕГРП не записались. Соответственно, когда будут образованы, если будут образованы новые товарищества, говорил мне когда-то такой, был председатель дачного кооператива, он говорил товарищество, вот, то дачники без зарегистрированных прав не имеют права в него вступить. Они с товариществом садоводческим могут заключать только договоры. И товарищество может им диктовать любые цены на свои услуги, а это вода и свет, в отличие от тех, кто является членом товарищества. Угу. Вот, засада, как говорят сейчас. Есть еще один момент. Этот же закон хочет сбросить на садовые и огородные товарищества содержание дорог, электрических линий. Очень удобно. Вот, те, которые сейчас являются муниципальной собственностью. Угу. Я говорю, я когда-то был садоводом, я знаю, что это значит только одно. Они, дорога и электрическая линия, как правило, на несколько товариществ. Они никогда не договорятся между собой о сумме своего вклада, и в результате через некоторое время не будет дороги, а потом и света. Но, тем не менее, этот закон есть. Против него собираются какие-то многочисленные представительные пресс-конференции в Москве. В Саратове тоже борется с ним господин Пленичкин. Но тем не менее, закон лежит в Думе, а Дума, как известно, народом избрана и все для народа делает. А наши журналистки Аня Мухина и Гуля Мангалиева посетили и постарались посидеть везде, на всех секциях и заседаниях Саратовского гражданского форума, ну, пришли к выводу, что на самом деле... С ними все хорошо после этого. Нет, они пришли в себя. Mm-hmm. Вот. Но, по их мнению, это мероприятие, равно как и послание президента, теряет всякий смысл. И если прежде, ну, мы уже говорили об этом, оно было театром одного актера, mm-hmm. то теперь на нем и выступают, кроме Александра Соломоновича, еще и Сергей Юрьевич. Говорят много обо всем. Это именно там было знаменитое высказывание Наумова о том, что если кто уедет в Бирмингем, почему Бирмингем, я не знаю, вот, то, может быть, и они и потеряют что-то, а область не очень. Там что-то какая-то такая мутная фраза. Я до сих пор думаю, почему Бирмингем. Может быть, он фанат. Есть сериал такой «Острые козырьки». Ага. Может быть, он его фанат. А может, просто слово понравилось. Может, думаете, он еще болельщик Астон Виллы. Угу. Ну, тогда Бирмингемский. Ну, тогда ему стоит посочувствовать. Астон Вилла играет отвратительно. Но Роман Дрякин изучил одну интересную тему, а именно, чем бизнес, он же любит говорить о социальной ответственности, mm-hmm. да, бизнес, вот чем бизнес порадовал саратовцев. Он, правда, не все, может быть, злонамеренно, не все указал, но вот эти городские скульптуры, две самые знаменитые скульптуры, это саратовский гармонист и парень, стоящий
на проспекте, вопреки песне, он стоит с цветами. В песне-то наоборот. Uh-huh. Женатый никого не любит. Я люблю женатого. Там как бы надо было, наверное, другую скульптурную композицию изобразить. А там как бы паренек стоит с цветами. Значит, он хоть женатый, но тоже любит другую. Или встречает жену свою с букетом, что маловероятно. Вот. Ну, в общем-то, есть. Он единственный указал еще знаменитую статую жандарма, который известный саратовский меценат, депутат Курихин, считает, что осчастливил наш город. Но я надеюсь, это он сделал по ошибке все-таки. Или по забывчивости. Также роман, вернемся мы к творчеству Романа Андреякина. Он встретился, был здесь некий семинар по урбанизации. Приезжал один из специалистов в этой деле, Святослав Мурунов. И Роман успел с ним пообщаться, что называется, в кулуарах. И, в общем, так можно понять, что гость, в общем-то, не стеснялся выражений, можно понять, он не совсем, может сделать вывод, что он не совсем понимает, что, в общем-то, делается в Саратове. Да? То есть ему не нравится? Ну, он говорит, что все немного не так делается. Предположим, да, когда разбивается парк или сквер, то должны три силы, бизнес, власть и общественность, сесть и обсудить, кто что будет делать, для кого все это делать. А не то, что у нас в городе нашли какой-то незастроенный кусок, а объявили, здесь будет парк. Проект кто, нашего земляка. Да. Кто его будет поддерживать и все прочее. Вообще он считает, что в Саратове просто, как он выражается, нет софт-составляющей. Есть работа с деревом, железом, нет работы с людьми. И в продолжение этой темы, последние общественные слушания, на которых побывала Анна Мухина, в которых дело-то, наверное, не в голосовании на общественных слушаниях, потому что оно, как правило, во-первых, может не учитываться, как известно. Да, рекомендация. Вот. Но, тем не менее, как некий индикатор общественного мнения, вот эти общественные слушания о продлении набережной, они показали, что народ пока еще не в восторге. Там много чего интересного, да? Застройка, значит, набережной и снос промзоны. К величайшему счастью работников комбикормового завода, который в неком отчаянии говорит, у нас иранский контракт. Угу. Вот. И там не только этот завод, там еще у других предприятий что-то да, но есть. Там, ну, там, извините, Саргресс стоит. Да, да, да. Причем товарищ Гнусин легко говорит, а вы что, не будете представитель Т-плюс? Говорит, а вы разве не будете сносить Саргресс? Вообще Саргресс-то, если так посмотреть, это памятник промышленной архитектуры. Есть же такое понятие, правильно? Оно построено в 20-30-е годы. Там мельница Шмидта, которая неизвестно мнение владельцев ее, но ее хотят сделать каким-то таким развлекательным центром, ну как в Москве, это модно. Да. Там еще интересный момент. Ну хорошо, вот набережная, потом, значит, все сносит, к чертям собачьим, извините. Вот. Потом строят многоэтажки, и женщина пришла, говорит, а школа где? Там одна, она все... Какой вот острый вопрос. Вот, да, на весь этот микрорайон, одна 53-я школа, которая уже давным-давно заполнена. Вот. Дальше, это школу там не планируется строить, ничего не планируется. Ну, посмотрим. Ну, в общем, жители, они не то, что категорически против. И все понимают, ну, что... Ну, непонятно. Вот Саратов, береговая черта, которая 26 километров, имеет реальный выход на Волгу, ну, будем говорить, от автодорожного моста до Ротонды. Ну, чуть дальше, там, где асфальт проваливается. Вот, и все, больше выхода нет. Ну, не считать вот эти партизанские бетонки, купание в Юрише, там, и в Речпорту. Ну, наверное, все-таки надо с умом все делать. Это еще не все, что у вас... Ну, в принципе, нет, ну, наверное, ну, еще что. Ну, горевали мы, наш спортивный обозреватель погоревал над судьбой Кристалла в очередной раз. Ну, и на этом номер, наверное, наш закончим. Немного печально все, и окончание такое печальное. Ну, да, но, увы, ну что... Это была рубрика «Газета недели в Саратове», ее главный редактор Дмитрий Козенко. И это был «Ход событий» на открытом канале. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.